Привет! Меня часто спрашивают, какие тарелки лучше купить в среднем ценовом диапазоне для игры рок-музыки. И безальтернативным вариантом я считаю Paiste PST8. Это крутое железо на основе 2002 сплава с ручной ковкой и отделкой по типу Signature Reflector. И к моему большому удивлению, эта серия мало кому известна. Этим видео я хочу исправить это досадное недоразумение и продемонстрировать вам два набора. Universal с медиум тарелками в комплекте и рок модификацию. Оба набора расширены с плешкой на 10 дюймов и чайной на 16 и 18 дюймов. Соответственно. Давайте послушаем.